Друзья, всем хай! Кто еще, кто не видел первую часть, отсылаю к первой части, а со всеми остальными мы продолжаем. Итак, мы остановились на мясе по-французски. Оно же, как я сказала, ко мне оно пришло, это блюдо под названием мясо по-деголевски. Ну, видимо, в честь генерала де Голля. Ну, это блюдо все знают. Но нашим, моим девчонкам показала именно я. А его мне показали родственники, которые на тот момент учились во втором меде, то ли в аспирантуре, то ли в докторантуре, я точно не помню. В общем, это не важно. Зачем я эту информацию говорю, я не знаю. Вот. Это блюдо нам очень полюбилось, и нам, поскольку я с ним познакомилась в исполнении говядины, мясом была говядина в данном блюде, то я иначе и не воспринимаю. Ну, надо сказать, что, конечно, живя в Казахстане, после студенческих лет, но вот эту вот всю такую взрослую жизнь, послестуденческую, проживя в Казахстане, в казахской семье, я все-таки от свинины отвыкла. Сейчас она мне совсем не нравится вообще, я не могу, я всегда ее чувствую. И когда попадается, ну, почему, например, я не могу есть готовые пельмени, даже если они хорошие, и из мяса, потому что в них слишком сильно чувствую свиной вкус, вкус свинины. Вот. Хотя бывает такая свинина, что ж такое-то? Хотя бывает такая свинина, которая не дает такого неприятного запаха. Вот. То есть предубеждения к свинине у меня нет. Просто мне не нравится вкус. Все. Так. Почему свинине? В общем, мясо по-французски мы делали. Классное, замечательное блюдо. Так, что мы еще делали на празднике? Ну, конечно же, мы всегда делали оливье. Салат морковный, салат из свеклы. Ну, в общем, все такие стандартные блюда. Винегрет. Капусту квашеную всегда можно было купить возле супермаркета универсама, то бишь у бабулек. У них же можно было купить огурчики соленые. Огурцы были классные в овощных магазинах, продавались. Хотя в то время это были самые такие отстойные, ну, считалось, с наиотстойнейшим видом соленых огурцов. Все гонялись за огурцами в баночках, которые теперь продаются, маринованные огурчики. Вот такие огурчики в наборах покупали или без наборов. В общем, короче говоря, предпочитали такие огурчики. А мне вот очень нравились, особенно после беременности, полюбились вот эти вот огурцы, которые солили в бочках на овощных базах и продавались в овощных магазинах. Это были вот всякие такие огурцы, все такие, которые не сортовые, да? Ну, в общем, отбракованные, забракованные. И такие иногда полупустые, ну, то есть пустота внутри, но зато у них был такой квашеный вкус. Они всегда были одинакового цвета, такого буро-зеленого. И они были такие солено-квашеные, ну, в общем, прелесть. Хочу такой огурец. Вообще я солю огурцы вот таким способом. Стараюсь их делать бочковым способом. То есть не маринованные, а соленые, самоквашенные.
Вот. Так, что мы пили? Вина. Сухие. Ну, в общем, мы с девчонками такие были аристократки. Только сухие вина. Ну, максимум полусухие. И в то время продавались вазисубани, гурджани, ну, в общем, грузинские вот эти вина. Они были недорого, 2,20 бутылка, ну, где-то вот в этих пределах 2,20, 2,30, то есть как килограмм колбасы. Можно и сейчас сравнить, да, с колбасой. Может быть, они тоже так же стоят. Нет, подороже. Особенно грузинские, тем более, что грузинских, кажется, в России нету, да, я что-то не помню. В общем, вот эти вот цинандали, курчани, вазисубани, это белые, кинсмараули. Ну, там, конечно, жаркоцители, что еще? В общем, все вот такие. Ну, жаркоцители как-то меньше ценились. Были подешевле. Так, потом мы любили, вот в венгерский магазин ездили и покупали. Венгерский магазин Балатон, метро Университетское, какой там проспект, Ломоносовский, не Ломоносовский, и не Вернадского, какой же там был проект? Университетский. В общем, там вот прям на Ленинских горах, дальше за этими, за главным зданием, нужно было проехать. Зачем я вам это рассказываю? В общем, магазин Балатон. И там мы там мы покупали всегда такайское вино. Ну, еще в народе, значит, у нас называлась такайская смородина. Не у нас, а вот эти, я знаю, свердловчане так называли. Мы-то его чисто просто такайским называли. И рубин. Такое было венцо, ликер. 30 или 40 градусов крепости. Такайская была тоже десертная, крепленная. А крепостью где-нибудь 16, 18, не помню точно. Ну, еще вот эти два вида вина. А, еще там мы потом, после уже на старших курсах, еще приобщились к вермуту. Вермут был чистейший, аналог мартини нынешнего. Плюс еще какие-то там ароматы были, такие травы. Очень вкусный был вермут исключительно, и коктейли из него делать. Ну, а кроме того, конечно, не только эти вина мы пили, конечно, и всякие другие. Вот. Было вкусно. На Новый год шампанское советское. Стоимостью 3,20. Ну, рубль... 3 рубля плюс-минус, то есть и меньше 3 рублей, и больше 3. Я не вру вам. Коньяк стоил 5,60, потом 6. Да, в наше время цены поднимались, государство поднимало цены на алкогольную продукцию, и, ну и не только на нее. Вот. Такое, да? Курили в то время все. Студенты считалось классным, ну, если из отечественной продукции, Яву Явскую по 40 в бумажной оболочке по 40 копеек. Чуть похуже считалось Ява Явская в плотной упаковке. В твердой упаковке, а так она называлась, твердая упаковка. Отстоем считалась Ява Явская, Ява завода Дукат. Вот. Ну и, конечно, у спекулянтов или еще где-то, не знаю где, ну в этих в Березках, в валютных магазинах покупали иностранные сигареты. И потом у нас училось много иностранцев, у них тоже были...
Ну, они тоже, по-моему, затаривались в этих березках. А, вот. Они угощали и вот этими вот черными моры. Мы их называли мо-сигареты. Такие тоненькие, черные. Ну, сейчас, конечно, об этом рассказывать как-то смешно, дико. Дамхил, какие там еще. Кэмил. Ну, Кэмил, это... А, может быть, и Кэмил тоже. Не сильно подразделялись они на мужские и женские. В общем, короче говоря, вот что-то такое вот. Бывало нередко. То есть не были такой уж редкостью вот такие сигареты. А если не в валютных магазинах и не у иностранцев, то девчонки говорили, что их можно купить возле Метрополя, возле Националя. Там тоже... А, у таксистов возле Националя. Таксисты торговали этим. Да, кстати, таксисты торговали еще водкой ночью. Это называлось «бросаться под танк». Если ночью выпивка закончилась, то парни отправляли парней за водкой у таксистов. Вот так. Ну, на чистоту вот, что было, то было. Наш институт геолого-разведочный был очень-очень разгульный, загульный. Нравы у нас были очень свободные, вот. Совершенно нецеломудренные. По этой причине к пятому курсу, вернее, не по этой причине, а это было немалым двигателем того, что я как-то это неправильно мысли выражаю. Ну, в общем, благодаря такому образу жизни, таким свободным нравам, сложилось немало браков к концу пятого курса. Не, вообще браки складывались и сразу же с первого курса. Но повальная волна браков пошла к концу учебы. Но это и не удивительно, потому что 5 лет прожито вместе, проведено, этих людей мы знаем, а там за... закончишь, поедешь на место распределения молодым специалистам, там какие-то незнакомые, чужие люди, с ними складывать отношения. Как-то, ну, был такой страх. И тебе все-таки вот с этим вот эти люди роднее, с которыми ты учился, и, в общем, браки складывались внутри, ну, с теми, с кем учился, учишься, кого уже знаешь хорошо, как казалось. Ну и плюс уже благодаря этим свободным нравам у кого-то уже дети рождались. Ну что же теперь это самое? Приходилось вступать в брак. Вот. Так вот у нас было. Так, а что я еще написала? Сейчас, подождите-ка. Вдруг меня кто смотрит из наших... с кем я училась вместе, я вам всем передаю привет. Ну, камера, ну, пожалуйста, я тебя прошу. Не хочет. Ладно, я надеюсь, вы простите меня, да? Вы же меня не за это любите, не за чуткое изображение. Так. Такая самонадеянная. Такая скромная. Так. В общем, я тут написала, как хорошо, что есть YouTube. Во время подготовки к экзаменам я, конечно, сидела все время за ноутбуком и смотрела. В общем, буквально на днях я вдруг наткнулась, почему он мне раньше не попадался, такой канал. А, кстати, как он называется, этот канал, я не знаю. В общем, бар в большом городе. Ну-ка сейчас. Шоу Ирины Чесноковой. Да, так и называется канал. Бар в большом городе. Весь прошлый год он существовал, был популярен, я его не замечала. И вдруг мне YouTube недавно совершенно выдает. Так, в связи с чем? А чего я смотрела-то? С
Слепакова, не Слепакова, не знаю, как я вышла. Ну, в общем, вот для меня открытие совершенно недавнее. Очень прикольный канал, вы, может быть, видели. Вот, но я открыла буквально на днях и стала смотреть с большим удовольствием. Не все. В общем, формат такой. Бар. Ведет его Ирина Чеснокова, КВНщица из... Какой она команды? Но это не Инжикон. Ай, ладно, неважно. В общем, тогда она мне еще в КВНе запомнилась. Она красивая девушка, и у нее такой потрясающий голос, ну, запоминающийся очень, такой низкий, и такая манера говорить очень запоминающаяся, привлекательная, приятная, ну, может быть, кому-то и неприятная. Ну, в общем, такая запоминающаяся. Но как будто бы что-то, когда я смотрела КВН, как будто чего-то не доставало. Всегда у меня какое-то переживание есть, что она не справится, что-то не дотягивает как будто до чего-то, до какого-то уровня. Как бы слишком хороша, что ли, получается. Какое-то... Несоответствие, какая-то дисгармония в этом образе для меня была. Казалось мне, что... Ну, это у нее голос такой, это она вот... Ну, но внешность у нее такая приятная. Ее можно и красавицей назвать. Такая вот стандартная, ничего особенного, она брюнетка, она невысокого как будто бы роста, хорошо сложена, ну, не ах, но тоже и ни к чему, и придраться не к чему. Ну, в общем-то, такие вот средние, как бы стандартные пропорции. Ну, как бы существует, вернее, вот философская такая проблема, да, вот среднестатистический человек не существует, а она как бы со своими внешними данными среднестатистическая, приятная. Вот как бы мы нарисовали какую-то землянина женского пола, среднего роста, таких средних параметров, вот была бы она, хотя, может быть, средних параметров был бы человек с русыми волосами, а она она брюнетка, не знаю. Вот, я не знаю, как объяснить, и вообще правильно ли я вот это все излагаю, те ли слова подбираю. Как-то я сама собой, сама так же, вот как в этом образе для меня что-то не дотягивает, я и сама не дотягиваю для того, чтобы выразить свою мысль правильно. Вот, так вот, когда я смотрю вот эту ее программу, все стало на места, все дотягивает. Только не подумайте, что, когда посмотрите, что я имею в виду, что для полноты образа не доставало ненормативной лексики. Вообще совершенно не в этом дело. Но в этом формате все разрешено. Они там всю передачу бухают, опрокидывают шотики. Я, кстати, допила этот свой коктейль. И сказала бы, что это фигня. Лучше все-таки виски пить чистым. И лучше бы я сделала коктейль, как в прошлом видео, водка, брусника, чуть-чуть подслащенная брусника. Но неважно. Но сейчас мешать не буду. Не хочу. И вообще не хочу алкоголя. Почему-то. Хотя я думала, что я обязательно отмечу за конец окончания сессии
Ладно. Так, вернемся. И начала я просмотр шоу этого канала с такой сборной солянки. А, они всю дорогу бухают, значит, и три гостя перед ней. Она за стойкой бар, ну, на месте бармена, а они сидят за стойкой на табуретах, три гостя, а она в качестве по ту сторону стойки. И она так хорошо, органично ведет это шоу, совсем абсолютно справляется. У меня как-то всегда есть боязнь, когда я говорю, что как будто для меня чего-то не достиг, как будто она не справится. Совсем справляется, там такой трэш, такой бардак, такие гости попадаются. Она как-то вот рулит вполне удачно, ненавязчиво, не диктаторски. Гости чувствуют себя раскрепощенно. Иногда бывает чуть скучнее, чуть веселее, хотя скучнее, наверное, не подходит. Я, правда, посмотрела, может быть, от силы 5, может быть, даже и 5 не посмотрела выпусков. Вот. Но я хочу сказать, Ира, ты молодец. Я до этого, например, Марину Кравец очень высоко ценила. Но они, блин, и интеллектуалки обе, и юмористки, и причем такие вот на высоком уровне. Вот. Ну, Кравец гораздо скромнее оказалась Ирины Чесноковой. В общем, короче, жжет. Посмотрите, молодчинка. Очень мне понравилось. Хотя я смотрю набор людей. А, причем еще смысл в том, что она берет несовместимых людей. И благодаря этому еще трэш получается такой острый. Очень такая острая передача, и она совсем справляется, всех разруливает, знаешь, совершенно как-то не по-бабски вот так вот. Вот. Короче, отличная она ведущая, оказывается. Я не знаю, я не смотрела весь этот продюсинг, кто там авторы, автор идеи, кто чего пишет. То есть, ну, она как бы лицо этой программы, и для меня она автор. Вот поэтому я не знаю, там плюс еще музыкальное сопровождение, но классно вообще. Посмотрите выпуск с Шацем. А еще кто там двое-то было? Я не помню. В общем, я, собственно, из-за Шаца и вышла на нее. YouTube мне выдал вслед за Шацем. Вот. Так, что еще? О чем еще? Вот, смотрите, очередные 25 минут мы с вами наболтали. Я вам уже наболтала. Так, мои уехали во Вьетнам. Меня не взяли. Я расстроилась. Ну, и я вместе с тем, я очень рада, что Оскар поехал. Наконец отдохнет, потому что он вкалывает тут годами, пашет без отдыха. Усталый, и ему обязательно нужен этот опыт. Нужно ему было выехать, обязательно отдохнуть, сменить впечатление. Сама смена впечатлений, там не важно, что там сервис. Зато во Вьетнаме отличный климат. Все равно, ну, интересный опыт, и все равно, даже во Вьетнаме, все равно лучше, чем здесь. В плане отдыха. Вот. В общем, друзья, давайте, у меня уже батарейка заканчивается. Увидимся в следующий раз. Не знаю, когда, но теперь, пока я одна, я, наверное, смогу почаще видео снимать, тем более у меня время свободное. Вот. Но не обещаю. Постараюсь. Всем всего самого наилучшего. Всем хорошего настроения. Ну, короче, увидимся. Пока.